Уборочная кампания в Курской области набирает обороты. Жатва началась в основном на юге региона. По данным комитета ПК, работа ведется на полях 10 районов. Убирают озимые и ранние сорта пшеницы. Труженики Глушковского, Баянского, Суджанского районов уже обмолотили в среднем по 400 гектаров зерновых. Ольговского, Мантуровского и Солнцевского по 100 гектаров. Средняя урожайность на уровне 40 центнеров с гектара. Планируется, что массово районы приступят к уборке через 2-3 дня. Все зависит от погоды. К работе на полях планируется привлечь почти 3000 единиц сельхозтехники. Перед аграриями стоит задача завершить уборочную кампанию за 20 дней.